Всем привет! Новое у нас утро, 17 сентября. 17? Да, в общем, завтракаем. Дед тут поставил курям уже варить яблоки. Приспособился, говорит, едят все-таки. Индюки вообще хорошо едят. Дед у нас вчерашнюю картошку тушеную к вечеру он тушил. Из холодильника достал, разогрел. А мы что-то с бабушкой на манную кашу опять. Мы забыли, честно говоря, про картошку. Уже сварили кашу, потом дед достал картошку из холодильника. Ну, вот. Ну, ничего, вроде так. Спали сегодня подольше, потому что Фадею сегодня ко второму уроку. Ты вот. Фадею увез? Нет, Алёша увозил он. Ну, сегодня смог, говорит, я могу сегодня подольше, на полчаса попозже приехать. Поэтому он задержался и увез его сам. Это в полдевятого они уехали. Да ничего, покашляй. Отопление мы вчера еще, да, дед запустил отопление. В общем, топим теперь жарище, а я хожу в испарение все. Да. Так, вот сейчас смазку. На улице такой ветер, ужас. Ну да, ветер стоит. Дождя вроде не было ночью. Но это ветрено как-то. Прохладно. Вот. Посылки у меня пришли. Посмотрела вчера на это. Проследила трек-код этот на почте.ру. Пришли мои посылки обе. Там я себе теплый костюм заказывала с начесом. Это, сидеть и работать в классе, потому что холодно. Все равно промерзаю за часы. Работа, когда несколько часов, вообще промерзаю. Даже с камином все равно зимой холодно будет. Долго сидеть. Вот. И это... И Фадею заказала куртку во второй посылке. Вот куртка Фадеина придет. Он ходит сейчас старенькая, а я ему новенькая. Ну, все пришло. Ну. Только вот некогда ехать сегодня. Сегодня у меня очень загруженный день. Я сегодня 5 часов буду работать только. Поэтому, когда выкупать некогда ехать. Что-то, не знаю, завтра решили мы тоже заняться мясом. Потому что надо колоть индюков. На выходные хочу половину убрать. По крайней мере, пока планируем. Как знаете, планировать у нас вообще дело неблагодарное. По крайней мере, у нас в семье. Поэтому, ну, пока планируем. Но я вот сейчас хочу в четверг. Сегодня четверг, да? Сегодня четверг, да. Сегодня достану мясо на разморозку. У меня лежат еще для тушенки мясо такое с жирком. И достану вырезку. В общем, на фарш хочу накрутить в пятницу. В пятницу у меня день посвободней. Свободная я до после обеда, так скажем. Вот, и я хочу успеть фарш накрутить и тушенку поставим варить. Сварим еще тушенки партию, чтобы освободить морозильники наши. И тогда уже индюшки наши туда залягут. Вот. Ну... Все остальное потом, потому что мне уже и доить пора. Я поэтому тороплюсь поесть, поэтому все, давайте дальше пойдем. Обед. Пришла я с работы на обед, и Алёша пришел. Салат доедает, сидит. Все уже поели, кто хотел. Он доедает из миски прямо. Бабушка сегодня придумала какое-то новое тесто для чебуреков, подсмотрела в интернете. Жарит, пробует. Ну, чебуреки или беляши, там беляши, да, были. Ну, в общем, какая-то ерунда, не всегда в интернете хорошие рецепты. Прямо скажем, да? Что-то какое-то... Да, оно даже не резиновое, а наоборот, какое-то как песочное. Ну, лучше, конечно, беляши обычные, дрожжевое делать, поэтому... Ну, это испытание такое, эксперимент. Больше не будем делать. Ну, ладно, сегодня уж нажарим. Видите, они какие-то, не знаю, и белесы какие-то получаются, и при этом... Чебуреки эти залепляем, они не залепляются. В общем, не пойми что, ну ладно. Съедят, все равно люди голодные. Лепешки наделать. Лепешки можно наделать, но... Не очень удачное тесто это. Ну, такой вот рецепт был. Ну ладно. Сейчас Фадей уже приедет, дед поехал за Фадеем. Он сегодня... Пораньше у ДНК все-таки отменили. Ему надо было вот... Долг-то свой принести, который он тогда забыл сдать. Вчера все это самое все ему приготовили, но он
А ОДНК отменили, так вот не знаю сейчас, когда он сдаст. Тот портретик свой нарисовал вчера. Агнию Бартон рисовали. Вот такие дела, в общем, сейчас пообедаем. Да дальше пойдем работать. Готовим с бабушкой ужин. Я вот пришла только, так я только начала готовить. Я тут докатаюсь, лепешки такие классные сделала. Это что? Видите, какие? Такие вкусные. Прям во рту тает с молоком. Это вот то тесто, которое бабушка делала для этих беляшей. Нам не понравилось оно с мясом. Но я вот так тоненько-тоненько раскатываю, жиру обжариваю и солью еще посыпаю, прежде чем обжарить. Так вкусно вообще. Мне понравилось это тесто именно как лепешечное. Вот, а бабушка у нас пельмени, да, спрятать? Бабушка, ты хоть там слово скажи. А что говорить? Тороплюсь. Ужин надо готовить. Да. Вот, решила пельменями вас накормить сегодня. Пустила пельмешки варить сейчас. Вот, Фадей сидит, телефон играет. Еще ему делать английский надо, да? Ну. Да, давай. Вот мы тебе записали, что ты обещал. Я буду учить английский. Понятно? Собрался учить английский. Буду учить английский. Только он собирается, потом... Что-то его ненадолго хватает почему-то. Ой, ладно. Лепешки я тоже жарю. Сейчас дожарю, и мы пойдем делать английский. Да, мы поняли. Ладно. Так, с чем едим? С хреновинкой? Хреновинку с чем едим? С пельменями? Или пельмени с хреновинкой? Вы что едите? Смотрю, в отдельной тарелочке хреновины, в отдельной пельмени. Вы что с чем едите-то? Да? Вот это ем. Вместо хлеба, говорит, вкусно, да? Я ее, видите, как солю, у меня даже кристаллики соли видно. Жарю эти лепехи. Ну и мне вообще с молоком понравилось. Солененький с молоком вообще класс. Ты последнюю доску достряпывай и все. Я уже деда накормила. Алешу сейчас накормлю. Нам с тобой уже варится. Вон они. Уже сейчас доварятся. Вот, Фадея что-то у нас в отказе. Не хочешь пока, да? А, он шаурму же ел, ходил, покупал себе опять шаурму. Матвею тоже шаурму купил. Она опять размокнет, поди в холодильнике положили, нет? В морозилку неси все. Нет, все, готово. И одна котлетка. И одна котлетка, неси, можно ее сварить бросить. Да, да. Фиме думаешь сварить? Ну, точно, наверное, сварить надо. Сварить это. Ну, ладно. Все, отсадимся мы, в общем, сейчас с бабушкой тоже ужинать будем. У нее лапки и розовые подушечки. Кнопочку на меня открыть. А? Сейчас открою. Давай снова. Это ты что ли с петуха что ли снял? Да. С одинокого которого. С одинокого петуха. Ты наелся? Спасибо. На здоровье. Кстати говоря, тесто очень достаточно простое. Делаете на молоке дрожжевое тесто и наливаете в него еще растительного масла. Примерно так. Да, общий смысл такой. И вот лепехи мы такие печем, и главное солькой их прям кристалликами. Раз-раз посыпали, потом, видите, я насыпала сейчас, и вот так раз-раз вкатала, и потом порезала, и уже на сковороду отправляю. Вот и все. Весь секрет лепех. Они, как бы, маленько такие рассыпчатые, как песочные, что ли, получается, такое тесто. Не совсем дрожжевое, так как вот.
обычный, это живой. Ой, ладно, сажусь, я есть. Мама! Что, гулять пошли? Мама! Смотрите, какие листики уже. Мама! А, красота! Мама! Вот нынче нам гербарий-то не мама! Надо. Ну говори, Фим, ну говори. Я просто балбес. А что ты балбес-то сразу? Что? Гоствипья! Матиел! Гумаю Микепа! Пи! Я и... Микестреблилась! Да блин! Ты зачем грязь в телеге оставляешь, что она пьет грязь-то какую-то? Ой. Я говорю, жалко в этом году гербарий не надо никому собирать ребятишкам. Я так люблю собирать вот эти листики, ходить. Они все, вот у винограда так вообще, ну это же вообще, это же какой-то шедевр получается, да? Такие они красивые все. Жалко, они потом все так раз и опали сразу. Вот, смотрите, они какие красивые. Вот, ходи только и выбирай, какой тебе больше понравится, называется. Ну вот, я насобирала тогда фадею. Фадей тоже пошел гулять. Насобирала фадею листики. Они до сих пор в коробке еще стоят, да? В школе все-таки мало использовали. Я помню, когда мы учились, у нас очень много было поделок вот из такой, листиков из таких красивых. А вы как-то мало делали, да? Буквально один раз что-то делали, какого-то ежика или кого. Ну, принесли коробку. Мама так старалась, мама, насобирала. Как говорят, неси какую-то коробку от конфет. Тихо, не стукни, ну. А сделала вот эту поделку, которая 2-3. Ну, видишь, видимо, говорят, приноси все листья, потому что мой, многие же мамы не насобирали. Мама, и надо поделиться, мама, вот для этого. Вот, ай, лапчатка какая, мама, красавица. Мама! А что такое-то, Фима, что ты меня сегодня... А зачем эту кастрюлю вы домой, из дома утащили? Персик. Да я муравейник у тебя там. Да. Фима у нас натуралист. Иди давай шапку одевай, натуралист. Вышел, я и трюга такой. И у меня в виде стуба. Так, ну ладно, дед тут говорят нарезал. Он пошел уже, по-моему. Даже что-то управляет кого-то. Пока светло, хоть прогуляться сходить. А дед вон управляется. Ты что, бычка управляешь? О, дед, как летом, мы все замерзли, он у нас спортсмен. Вот так вот. Прямо из кровати в коровник. Да ты-то в куртке. Что, ты его накормил, что ли, быка? Овощей только. Ладно. Так, а обещала я ведь вам сегодня... Что Шамилю на вопросы отвечу. В общем, Шамиль предлагает посадить вот эту птицу на насест. Вообще, я никогда не слыхала, чтобы бройлерные индюки сажали на насест. По-моему, они слишком тяжеловатые. Ну, как минимум, вон тот он индюк точно, килограмм 15 есть. Вот будем мы их в субботу взвешивать. Я планирую как бы это, начать забой. Поэтому сейчас уже, наверное, точно никакого смысла насест им делать нету. Вот, ну вот, я не знаю, кто держал бройлерных индюков, девочки. Давайте подсказывайте, можно их на насест? Мне кажется, они никогда в жизни не залезут. Бройлерные? Да, естественно. Обычные индюки, те, конечно, те бы уже давно у нас из клетки из этой вылезли, вылетели. А эти, они вообще же и не летают, и тяжелые они очень, поэтому это вообще нереально. О, да. Так что не знаю. Какое-то сомнительное предложение, конечно. Ну, не знаю. Может, знающие люди есть. У меня бройлерные индюки всегда по полу ходили. Они же сейчас только здесь на холодном полу оказались. Ну, потому что они здесь перед самым забоем. Вот. Кстати говоря, продолжая к вопросам Шамиля, раз уж мы находимся у крыльца, смотрите, Шамиль, я убрала пеленки, чтобы порадовать ваш глаз. На самом деле, Шамиль говорит, пеленки эти висят все лето у вас на перилах. Шамиль, у меня их всего 7 штук, и меняются они каждый день, поэтому это постоянный круговорот пеленок. На самом деле, это, как вам сказать, у меня много одинаковых пеленок, поэтому получается, что одни я... Сейчас, погоди, Фим. Одни я укладываю, другие я стираю. В общем, это постоянный круговорот. Они не лежат все лето на одном месте. Они точно не сгниют. Там такая ткань, что она неубиваемая. Уже лет 5 служит точно. И ничего ей не становится. Вот. Поэтому вот как-то так. Уж если
Собака их не испортила, еще за 5 лет им точно ничего не будет. Синтетика какая-то, что ли, или что, я не знаю, в общем. Ну, нормально так впитывает. Вот, это по касаемо пеленок. Ну, мне на самом деле некуда их просто выкладывать, эти пеленки больше. Мне удобно так, я выбежала, их бросила и все. Вот на ходу, честно говоря, даже не задумываясь. Фим, ну подожди, я же рассказываю. Что такое-то, ну что такое? Мама да мама, мама да мама. Что? Цветок. Что цветок? Там кто вырывает цветок? Кто там вырывает цветок? Это я вырвала, он засох уже, Фим. Да. Ну, так, еще какой-то вопрос был у Шамиля. Сейчас, если Бог даст памяти, вспомню. Какой-то еще был. А, про уток. Ну, правильно, к уткам же пришла я. Вот. Касаемо уток. Ну, вот они сидят. Просто они, видите, Шамиль предлагает их в этот домик запихать и сено им туда положить. Но я не знаю, они, в принципе, в него, им, видимо, некомфортно, они по высоте не заходят. Вот. Ну, они высокие уже, им некомфортно, они туда не заходят. Поэтому в этот домик точно сено не подойдет. Они так, как бы, нагибаясь, могут спрятаться. Но я не думаю, что они, во-первых, все не поместятся там спать. Если даже сено им положишь, они не поместятся. Вот. А вообще их от ветра-то защищать, это же не индюки. Уток не защищают от ветра, а у них под кожное этот самый сало, которые перышки им смазывают, да? И как бы им не надо защиту от ветра, я так понимаю. У них с двух сторон есть как бы ограждение, все. Ну, и как бы посчитали мы, что пока минусовых температур на улице нет, в принципе, нормально их так содержать. Поэтому... Ну, вообще тоже, конечно, планируем мы сейчас вот индюков, если выходные забьем, половину хотя бы, то можно, может быть, и уток перетащим. Посмотрим. Либо мы их к петухам туда, а петухов уже тоже высадить сюда поближе для забоя или что. В общем, как-то так. Вообще, вот Шамиль говорит, вы построите им новый домик. Да зачем им новый домик? Мы что-то на следующий год вообще уток не хотим брать, если честно-то говорить. Построишь домик, это же надо деда напрягать, дед болеет. Тоже как бы Алёша вообще не до этого. У нас сейчас дел много. Нам сейчас надо будет теплицу, где у нас огурцы, вскрывать. Надо будет убирать, оттуда таскать навоз. Поле он собирается перепахивать. То да сё, ну вот не знаю, как погода даст. В общем, дел много, что-то я не знаю. Уже, честно говоря, уже в конце сезона не хочется ничего нового строить, что-то облагораживать. Уже ни сил, ни желания, ничего нет. Мы устали уже за лето, хочется отдыхать от этой всей суеты. Поэтому и наша единственная задача сейчас все прибрать. Вот прибрали мы сейчас овощи, сейчас наша задача прибрать до конца мясо, то бишь забить индюков и кур. Вот. Ну а уток, вот с уткой я вообще не знаю, что делать, честно говоря. По сути, там половину мальчиков, вот мальчиков бы тоже забить надо, а девочек бы, ну сколько их там, штучек 5, вот их бы куда-то, я уж думаю, по эту ниппельную поилку сделать в клетках и в клетке попробовать запустить, пока поросенок, по крайней мере, у нас живой. Вот. Вообще мы, как бы, видите, планируем сокращать хозяйство все равно. Да, Байкалыч? Да. Да, да, да. Да нет, хватит, зачем? Всю жизнь они так ели. Вот такие дела. О, пусть бабушка-то посмотрит, порадуется, какой-то атлет. Бегаешь голый, а? Отругает тебя. Причем вот он болеет и кашляет, понимаете? Он болеет и кашляет. Вот, клин клином. Кошмар какой-то. Я, говорит, не знаю, восстановлюсь. А им в воскресенье ехать на соревнования с Матвеем в Нижний Тагил. Это 2,5 часа туда, 2,5 часа обратно. Дед говорит, ох, я болею, выдержу ли я дорогу. Вот. А сам, видите, что делает? Болеет он так. Не знаю, в общем. Ну, вообще, он как бы сейчас вроде выздоравливать начал. Вчера он совсем плохо, вот он думал, сможет лес повести, а сегодня вроде как бы уже все. Говорит, все нормально, вроде все уже более-менее. Он сейчас набегает, если так будет ухудшение, тоже ничего хорошего. Закашляет опять. Вот, Матвея ждем. Сейчас Матвей придет у нас со школы. А пацаны гуляют. Мы с тобой должны уроки делать, дорогуша. Пошли? Пошли английский учить. Ну все, пошли английский учить. Ладно, пошли мы домой. Да что ты? Ну, в общем, уроки мы доделали. Я учу английский.
Да, учит он английский, смотрит. Ну-ка, вот спроси у него что-нибудь. Спроси у него. Нет, не будет отвечать. Что такое Раша? Россия. Что у него тут непонятно. Как человек будет морковка по-английски? Карат. Карате? Карат. А картошка? Потейто. Очки? Ничего не понимаю. Откуда ты это брал? Ты это не с доски списываешь, что ли? Вообще. Откуда брал? У Кирилла списал. Ну, Кирилл, ты зачем? Потому что, во-первых, меня не было. Тебе не видно было на доске, что ли? Нет, меня не было в тот день, когда мы что-то делали. А, ты болел тогда, да? Ну, в общем, друзья, доделываем мы уроки. Отец пошел монтировать видео. Так что с вами до завтра прощаемся. Ты что там дневники у него хочешь найти? Не надо. Оценки хочу. А ничего там хорошего. Пока. Ребенок не настроился еще. Труд 5 тебе за... Ну у него за труды у него пятерки, да. Нарисовать поэт. А входные контрольные пока что-то не очень. Никак он не настроится, не знаю. Трояк, ага, получил сегодня. Победили 5 минусов, молодец. А у тебя, кстати, поведение всегда было плохое в школе. Нет, даже пионеры. Не взяли? Не взяли. Вот такой у нас папка с плохим поведением. Пошел монтировать видео для вас. Все, всем пока-пока, до завтра.